живущую помощью Вышнего, под кровом Бога Небесного водворится. Скажет Господу: «Ты заступник мой и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Ибо Он избавит тебя от сети ловцов и от мятежного слова. Плечами своими защитит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен. Щитом оградит тебя истина Его. Не убоишься ужаса ночи, стрелы, летящие днем, бедствия, постигающие ночью, болезни и полуденного беса. Падет подле тебя 1000, и 10 000 направо от тебя, к тебе же не приблизится. Только очами своими смотреть будешь, и воздаяние грешникам увидишь. Ибо ты сказал: ты, Господи, упование мое. Вышнего избрал ты прибежищем своим. Не приступит к тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим Он заповедует о тебе хранить тебя на всех путях твоих. На руки возьмут тебя, чтобы не приткнулся ты ногою своей о камень. На аспида и василиска наступишь, и попирать будешь льва и змея. Избавлю его, покрою его, ибо он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышит. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его, явлю ему спасение мое. Святой небо, святой небо, небо идет со мной, святой небо.
Наша слава, наша прибежище, наша помощь.
Все пути мои.
Давайте сейчас поговорим чуть-чуть в тишине.